Всем привет, дорогие зрители! Давно меня на канале не было, 2-3 дня, наверное, где-то. Наверное, соскучились. Дел много, жарко. Дорогие зрители, нашел конфетку 2 плюс 1 в районе Махмутлар, недалеко от моря. На среднем этаже проекта. Здесь есть бассейн, генератор, камера наблюдения, квартира под ключ. Сейчас я покажу, не буду много разговаривать. Как всегда, море я вижу, вы тоже видите. Раз, отель, здание, отель. Отсюда до воды 270-293 метров максимум. Там улица Барбаросса, видите, да, желтая машина проезжает. Тут также есть инфраструктура для жизни, магазинчики. В той стороне улица Ататюрка, квартира самая посередине. Проекту где-то у нас 14-15 лет. Вот большими балконами. Типа торуса. Вот огромный балкон. Можете застеклить, будет вам еще дополнительная комната. Это я не понял, что такое. Наверное, оттуда дверь из спальни. Ламинат по квартире. Продается с мебелью и бытовой техникой. Так, сейчас, вот такая квартирка, здесь из мебели продавалась. Да, с мебелью и бытовой техникой. 125 квадратных метров брутто, 98-100 квадратных метров полезная площадь. Здесь у нас, дорогие зрители, отдельная кухня. Также выход к балкону. Вот отсюда можно выйти. Кондиционер Airfield старенький. Очень хорошая прихожая. Видите, да, большая. Такой встроенный шкаф. И здесь шкафчик, можно много чего поменять. Спальня детская. Здесь нужен ремонтик. Краска сошла с некоторых сторон. Так. 9 квадратных метров детская спальня. Здесь у нас отдельная большая кухня. Цена, дорогие зрители, 125 050 евро. Скидки нету. 50 евро на мороженое. Смотрите, стенка, там обойчик такой. Честно говоря, я сразу зашел и не посмотрел. Первый раз. В основном все квартиры я смотрю первый раз вместе с вами. Без подготовки. Тут прихожая. Санузел. Наверное, еще второй есть. Увидим сейчас. Проточный водонагреватель. Так, да, еще один санузел есть. Эта спальня большая. Здесь я отмерю для вас, сколько квадратных метров. Одна спальня маленькая, а другая уже большая. Четырнадцать с половиной квадратных метра. Даже есть вентилятор. Вот. Тут у нас второй санузел. Также душевая часть у нас есть. Ну, здесь ремонтик нужен. 2000 евро можете потратить и сделать красивенькую квартирку. Здесь у нас второй балкон. Видно? Видно. Стоит накопительная система бойлера. Работает. Отсюда у нас вид на это здание. Ага. И вот отель тут. Тут магазин стройматериалов, хозтовар и тому подобное. Сторона юго-восточная. Все, спускаюсь я вниз, показываю вам бассейн. Это вот, что тут есть. Прихожая большая. Где-то
7 квадратных метров. Потому что шкафчик встроенный. Он глубокий. Все. 2 плюс 1 с отдельной кухней. Звоните уже. Плюс 90-555-064-91-10. Закрываем дверцы. На этаже 3 квартиры. Лифт. Спустимся вниз. Вот такой лифт. Вместим 4 человека. Спускаемся на нулевой этаж. Дорогие зрители, кого интересует недвижимость, там вилла, как земельный участок, 1 плюс 1, 2 плюс 1, новостройки, котлованы, проект, инвестировать хотите, звоните заранее, потому что времени нет, портфель где-то сложно найти, но мы находим. Здесь у нас пандус вниз, там тоже есть пандус, выход. Посмотрим, откуда здесь, куда выход. Бассейн с той стороны. Итак, бассейн, выходим снаружи. Вот здесь у нас бассейн, душевая кабинка, фасад здания. Такой бассейнчик. И там беседка у нас. Все. А сейчас я проговорим о том всем, там, о жизни. Так, дорогие зрители. Ждем, чтобы в августе там должны поменять закон. Как мне говорят многие, я про ВНЖ ролики не снимаю специально. И про... Не хочу давать ложную информацию. Ждем. Так как закрыли районы, то районы Махмутлар, Каркаджа, Кестель, Афсалар на ВНЖ. Но это был временный закон, как говорили. Посмотрим, сделают какие-то подкатегории, что по ТАПУ, наверное, будут давать ВНЖ, а по аренде квартир не будут. По правилам так и должно было быть. Много нюансов есть, не хочу все в ролике объяснять, потому что это как-то не так получается. Инвестировать и не давать менеджера, да, и там потом. Вот я иду к улице Барбаросса, уже подхожу туда. Сейчас процесс в ТАПУ кадастра занимает от 3 до 7 дней. Вот так, стандарт. А у кого-то максимум 15 дней. Вроде как-то ускорился процесс в ТАПУ кадастра после праздников Курбан-Байрам. Надеемся, что после этого все получат свой документ купли-продажи в скором времени. Нам это очень важно, потому что раньше долго получали ТАПУ. Кто-то за 30 не получал, кто за 45, если летом, то лето говорю. Итак, здесь у нас очки. У нас самая минимальная цена на этом рынке. Мы стараемся помочь работать честно. Так что обращайтесь, дорогие зрители. Ресторан. Happy Birthday у кого-то там. А, маленькая прогулка для вас. И там пляж. Здесь парк большой. Красивый, кстати, покажу вам. Красивый такой нежный мороженый парк Махмутлара. Чай бахчеси, вот здесь сад чай выдают у нас, мороженое. Здесь продаются ручные изделия. Ну, ролик пускай будет длинным, потому что 2-3 дня не снимал. Квартиру главное увидели, кто увидел, может закрыть ролик. А кто хочет увидеть парк здесь рядом, может смотреть. Поставьте лайки. Комментируйте туда. Ручные изделия, может снять тоже вам. Здесь фонтанчики как-то включает время, не помню во сколько здесь. Фыш-фыш, все горит. Тут вода, все вот там.
Ага. Кстати, что было? Девушки говорят, тут все горит. Вот большой парк, здесь ручные изделия. Кола есть. Подарочки. Мадарочки. Камешки, дедишки для девушек. Ответился. Так, здесь вот ракушка, макушка. Худая кукушка. Сувениры, да, лед дома, для подарки кому-то может купить. Да-да. Другие еще не открыли, потому что жарко, по вечерам открывают. Апельсинчик, шок-маркет увидели рядом. Все в шагах. Так что уже звоните. Плюс 90 555 064 91 10. С вами была Гаси. Солнечная Лани. Район Махмутар. Жарко, дорогие слышали.